Цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не вспугнуть тех, кто спит уже давно, тем, кому не все равно. Хочу я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, в то, что он опасен, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклой в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит, как в страшном сне. И находиться здесь опасно мне.